Всем привет! На связи Федор Васильев. Сегодня 6 марта 2018 года. И в этот день у нас обновился Gridbox, ребят, до версии 2.3.2. И давайте посмотрим, какие сегодня нас ждут обновления. Первое. Находясь в админке на страницах Gridbox, у меня здесь только одна страница, но я все равно смогу показать, что здесь нового. Первое. Это возможность кастомной сортировки ваших страниц элементов здесь, на этой странице. То есть после обновления, вот здесь вот у нас заголовок, появилась возможность, видите, кастом. Если мы это выбираем, теперь я могу зацепить левой кнопкой мыши главную страницу и вот так вот менять местами между другими страницами. Просто сейчас у меня только одна страница, поэтому я не могу этого показать, но уже понятно, что это у нас работает. Это первый момент. В режиме редактирования страницы давайте посмотрим обновление. Одно из самых интересных в этом обновлении – это возможность вставлять градиент. Давайте посмотрим. Переходим в секцию, переходим в фон. И теперь у нас тип. Появляется здесь возможность, видите, выбор градиент. Выбираем. И сразу смотрим. Во-первых, переход от цвета к цвету. Первый цвет синий, например, смотрите, красный. Потом выбираем, например, желтый. И что получается? Стоит сейчас вот здесь у нас радиальный, то есть двигая вот этот ползунок и вот этот, видите, как будто, то есть можно оставить вообще вот так круг, уже не градиент совсем даже, да, а вот так вот мы можем размыть, видите, это у нас радиальный градиент или вот такого вида. Здесь мы можем выбрать линейный градиент, то есть это будет выглядеть вот так. Вот этот ползунок, смотрите, меняет вертикальный на горизонтальный переход градиента. То есть, видите, я вот прям кручу, и он крутится. Можно даже по диагонали вот так оставить. То есть, это достаточно интересное нововведение. И это еще не все. Если у нас секция залита картинкой, то здесь мы можем выбрать изображение. Выбрать какое-то изображение. Видим, что сзади у нас помещается изображение на задний фон. Выбрать эффект наложения. Также здесь есть градиент. То есть, видите, как бы прозрачные элементы. То есть, вот просто прозрачный цвет. Прозрачный градиент. То есть, прозрачное наложение тоже может являться градиентом. Вы это видите. Раньше социальные кнопки мы с вами выставляли с помощью значков. Теперь появился новый плагин социальных кнопок, именно горизонтальный, для удобства. Давайте посмотрим. Он у нас находится в социальные. Вот он, видите, social icon, кликаем. Здесь штатные настройки управления, такие же, как и, например, добавляли мы меню. Все то же самое. То есть, видите, три иконочки. Вот они здесь, их можно удалить, либо по плюсику добавить еще, либо редактировать существующие. То есть вместо Facebook там вешать ВКонтакте и так далее, выбрав иконки из списка. Все то же самое здесь. Штатные настройки, да, поменять цвет иконкам. При наведении зеленый меняется здесь. Теперь у нас как бы отдельный плагин социальных иконок. Не нужно выстраивать будет горизонтальные иконки, как мы это раньше делали за счет значков, теперь у нас полноценный плагин. На этом обновления закончились. Если вы впервые видите инструмент Gridbox, конструктор страниц на Joomla, и хотите более детально его изучить, то я предлагаю вам перейти на страницу презентации моего пошагового видеокурса для начинающих. Данную страницу вы сейчас видите у себя на экранах, где все подробно я описываю, как что нужно сделать. После изучения данного курса вы без труда сможете создать профессиональный, адаптивный, красивый сайт, лендинг-пейдж в интернете. На этом видео я заканчиваю и увидимся в новых видео. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse, или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik.
Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период – 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.